Для жителей Воркуты организуют катание на лодках и катамаранах. Финансовое управление администрации города разместило на портале госзакупок два аукциона на поставку 6 грибных лодок и 2 катамаранов. Планируемый бюджет – более 1 миллиона рублей. Руководитель учреждения Александр Вчанцев отметил, такое решение было принято в результате анкетирования местных жителей. Новые развлечения в парке появятся летом следующего года.